Сегодня, 8 ноября, господа, традиционно поздравляют Дмитрия с Днем Ангела. На самом деле, наше имя упоминается 71 раз в святцах, но именно великомученик Дмитрий Солунский является наиболее раскрученным историческим персонажем из всех наших небесных заступников. Вообще-то, в соответствии с христианскими канонами, человеку не дано знать имя, ни обличие его ангела-хранителя. Тайна сия велика есть. Кстати, меня крестили тоже в тайне от моих родителей, и немногочисленные свидетели этого действия запомнили только один момент, что на пике эмоционального возбуждения я не сдержался и на грани богохульства плюнул соской в батюшку. Так или иначе, господа, поэту-правдорубу Игорю Ретеневу, чья книга «Вдоль по жизни» появилась буквально вчера на полках нашего книжного клуба, также характерно неоднозначное отношение к своему небесному заступнику, к ангелу-хранителю, о чем свидетельствуют такие поэтические строки. Надев видавший виды китель, видавших виды башмаках, «Летает ангел мой хранитель в видавших виды облаках. Зачем сейчас не помню, даже я много лет тому назад купил его на распродаже. Сам теперь уже не рад. Его покоцала эпоха и задолбал коварный быт. Он плохо слышит, видит плохо. И старой ватой набит. Да плюс к тому впадает в детство он в довершении всего. Но хер куда теперь мне деться от альтер-эго моего. С праздником, господа, всех сопричастных».